Да, я предполагал, что могу встретиться с Эдуардом Мартаняном в финале, но для меня и для зрителей был бы более интересный финал с Юсуфом Рейсом. Я считаю, что топового бойца невозможно сломить, в принципе. Если человек ломается, то это уже не топовый боец. Да, я дерусь у него дома. Это не ощущение, так и есть. Сочи – это мини-Армения. Но это никак не может на меня давить, так как в клетке будет только он и я. Это будет уже смотреться после финала, будем решать. Я в хорошей форме, еще чуть больше 3 недель. Остались последние штрихи. Но своей подготовкой в данное время я хорошо, очень доволен. Все меня устраивает, все получается. Осталось сделать вес и вперед. В 2019 году к нам приезжали ребята из Франции, Алаш Прайд клуб. Тогда пригласил первый раз черных поясов в Казахстан, наверное, потому что в то время у нас был слабый грэплинг в Казахстане, и тогда черные пояса – это была большая редкость. Ребята, один бразилец, другой араб приехали, и там мне показали северюк прием. Болельщики ожидают бескомпромиссную рубку, они ожидают драму в бою. Волевой парень, ударка, борьба, все присутствует. Очень интересный бой. Я очень много работаю, очень много тренируюсь. Для меня цель – это в данный момент забрать пояс ACA Гран-при. И я пока сконцентрирован именно на этом. Я не думал, как закончится бой досрочно или по очкам. Я просто вижу в конце поднятую мою руку. Нет, это просто бой. Особенных чувств нет, просто и особенной подготовки нет. Но есть особенное желание. Желание победить еще больше, чем в любом другом бою. Этот бой отличается денежным призом большим и поясом. Нет, ничем не удивил меня. Нет, планов нет. Не получится один проход, сделаю второй. Не получится второй, сделаю третий. В итоге все равно затяну его в глубокие воды. Я считаю, что моя борьба на другом уровне. И акцент я во всех своих боях ставлю на борьбе. И этот бой не исключение. Я слышал, что Эдуард Мартанян говорит, что он не видит опасности в моих навыках. Но где-то я это уже слышал и слышал не раз. У меня 10 побед к ряду. И очень часто я ухожу андердогом, но в конце поднимает мою руку. И я уверен, что этот бой будет не исключением. Многие говорят, что Эдуард очень разнообразный. Но я уверен, что он с таким бойцом, как я, не встречался. У него было много хороших бойцов, сильных рубок. Но именно такой, как я, у него будет впервые. За мной стоит страна Казахстан. И я в этом бою сделал все, чтобы привести пояс на нашу родину.